что, тестируем новый тяжелый носитель для тяжелых камер. Да, взлетаем 1600 оборотов, в воздухе 1700. Ветер дует, но нам все равно, мягко говоря. Сейчас на себе таскаем имитацию камеры весом в 1,5 килограмма в виде железных тюшек. В данном случае мы имитируем пока вес. Да. На видео ротор крутится значительно медленнее. Да. Потом подсчитаем обороты. Да. По кадрам. Пытаемся изобразить экстремы, в такой ветер это крайне сложно. На малоспециализированном вертолете. Да, его надо нагрузить, он слишком легкий, ветер да. Парусу. Но с камерой будет 1,5 килограмма, наверное. Подвес плюс камера, да. Сейчас у нас получается имитация пустого подвеса. Собственно, без камеры. Да. Снимай хомуты, дрожат они или нет? Потому что это самый явный признак вибрации. Но здесь крупно вертолет. 2/3 кадра занимает вертушка. Ты затянул локоть сильнее, он сейчас меньше.
93 показания скокума. Скокум доволен. Скокум кажет, что все good. Да, почитаем логи. Но пока вибрации не обнаружены. Я смотрел на хомуты, они не дергают.